Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda 3 2013 года в белом цвете с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 120 лошадиных сил, АКПП передний привод, имеется камера заднего вида, автомобиль на литых дисках хорошей резины, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 179 тысяч километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, не прокуренный, ткань. Имеется кондиционер, двухзонный климат-контроль, мультимедиа, подогрев передних сидений, кнопка старт-стоп, мультируль, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по КП. 92, 104, 90, 94, 79, 89, 94, 105, 82, 78, 105. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.